Я приветствую вас на канале Повязушки с Танюшкой. В прошлом видео мы с вами провязали горловину и сделали ложную кетлевку. И сегодня мы с вами продолжим вязать джемпер и провяжем росток как по спинке, так и по переду. Для того, чтобы вывязать росток, мы схематически это изобразим. Изобразим нашу горловину. На спицах у нас всего 102 петли. Это мы знаем, исходя из нашего начала вязания. Нам нужно разделить наше вязание на рукава, перед и спинку. На регланной линии мы можем взять любое количество петель на ваше усмотрение. Я буду брать по 2 петли, 2 петельки на каждую регланную линию. Их у нас 4. Значит, от 102 петелек мы отнимаем 8 петель на регланной линии. 102 минус 8 петель. Получаем 94 петли. Этих 94 петли нам нужно разделить на рукава, на спинку и на перед. Для этого 94 мы делим на 3 равные части. Одна часть у нас пойдет на перед, вторая часть пойдет на спинку и третья часть на 2 рукавчика. 94, если мы разделим на 3, мы получим неравное количество петель, поэтому мы возьмем на перед 31 петлю, на спинку 31 петлю и на рукава мы возьмем 32 петли. Так и записываем: 31 на перед, 31 на спинку и на рукава у нас получается по 16 петель. 32 разделить на 2 будет 16 петель на рукавчике. Для того, чтобы рукав не был в итоге после вывязывания регланных линий широкий, мы должны отнять от этих петель где-то 2-3 сантиметра. Я отниму 3 сантиметра. 3 сантиметра умноженное на 2 петли в 1 сантиметре, я получу 6 петель. То есть от 16 нам нужно отнять 6 петель, получим 10 петель на рукав, и от этого рукавчика мы отнимем 6 петель и получим 10 петель на второй рукав. Для того, чтобы нам эти петли не потерять, мы прибавим 6 петель на перед и 6 петель на спинку. Это вот эти петли, которые мы отняли от рукавчика. Дальше мы должны определиться с количеством рядов, которые нам нужно провязать для ростка. Для вывязывания ростка я беру где-то 4-6 сантиметров. Для данной кофточки я возьму 4 сантиметра, так как здесь еще будет провязываться росток спереди. Поэтому 4 сантиметра мы уже умножаем не на 2 петли, а на 2,67. Это количество рядов в 1 сантиметре. Приблизительно я беру 10 рядов. То есть нам нужно провязать, для того чтобы вывязать 4 сантиметра ростка, нам нужно провязать по спинке 10 рядов. Для этого по обеим сторонам рукавчика нам нужно разделить рукав на 5 частей. То есть всего у нас здесь 10 петель. Этих 10 петель мы должны разделить на 5 частей. 1, 2, 3, 4, 5, то есть начертить 4 линии. И здесь то же самое: 1, 2, 3, 4, 5. 10 петель мы с вами делим на 5 частей, получаем по 2 петли. Значит, здесь у нас будет провязываться поворотные ряды через каждых 2 петли. Начинать вязание мы будем вот с этого места. Когда мы определились с вами с количеством провязанных рядов для ростка, мы должны это учесть также на спинке и на переде. То есть, когда мы провяжем с вами поворотными рядами росток, мы будем делать прибавки в регланных линиях и тем самым увеличим петли не только на рукавчике, но и на спинке. И нам нужно вывести это количество петель на спинке, чтобы оно было равно петлям переда. Для этого, когда мы вывяжем 10 рядов, у нас с вами будет 5 прибавок по 2 петли,
То есть 10 прибавок, то есть мы должны отнять от спинки 10 петель, которые мы добавим при вывязывании реглана. Получаем 27. Здесь же мы спереди у нас 37 петель, поэтому мы к переду прибавим половину этих петель. Это получается 5. В итоге получаем 42. И к спинке мы также прибавим этих 5 петель, половину. Получаем 32 петли. Итого, спереди у нас 42 петли, на спинке 32 петли. То есть на 10 петель разница. Как раз эти петли у нас будут провязаны в прибавках по линии реглана. Теперь мы знаем, что для спинки нам нужно оставить 32 петли, на рукавчике взять по 10 петель и для переда 42 петли. Как же мы будем провязывать с вами поворотные ряды? У нас ниточка как раз таки вот здесь начало ряда будет. Мы с вами провяжем 2 петельки, сделаем прибавку на линию реглана, провяжем 2 петли для регланной линии, снова сделаем прибавку, провяжем 32 петли, сделаем прибавку, провяжем 2 петли на регланную линию, сделаем прибавку и провяжем 2 петли. Сделаем здесь с вами дополнительную петлю, либо же накид, как кому удобно. Это мы отсюда провяжем первый ряд до этой линии. И от этой же линии мы пойдем в вязание поворотным рядом изнаночными петлями и довяжем с вами до этого места, то есть провязав еще 2 петли. При этом в изнаночном ряду прибавки на регланной линии мы делать не будем. Перевернем снова вязание и начнем вязать уже от этого же места. И будем делать прибавки на регланной линии. Дойдем до регланной линии, сделаем прибавку, провяжем регланную линию, сделаем прибавку. Провяжем петли спинки. Снова дойдем до регланной линии, сделаем прибавку, провяжем 2 петли регланной линии, после которой сделаем снова прибавку и будем вязать уже до следующего маркера. Снова сделаем поворот и с этого места начнем вязать изнаночные петли без прибавок на регланной линии. И довяжем уже до следующего маркера. И так мы будем вязать, пока не провяжем все петли по рукавчикам. Это и будет наш росток. Давайте сейчас разберем с вами на практике, как это вывязывается. Начинаем мы вязание вот отсюда. Берем наше вязание и начинаем провязывать. Мы помним, что наша ниточка находится вот здесь. Значит, мы должны провязать 2 лицевые петельки. И далее у нас идет прибавка. Прибавку можно вывязывать любым способом. Я буду вывязывать скрещенной лицевой из протяжки. Провязали прибавку. Сюда же мы вешаем маркер. Провязываем 2 петельки на регланную линию. Снова вешаем маркер. Провязываем прибавку скрещенной лицевой. И провязываем 32 петли спинки просто лицевыми петлями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Провязали 32 петли спинки, теперь делаем прибавку скрещенной петлей, повесим сюда маркер, провязываем 2 петли на регланную линию, снова берем маркер, отделяем регланную линию, из протяжки провязываем дополнительную петлю. Мы дошли вот до этого места, сделали прибавку и провязываем еще 2 лицевых петли. Раз, два.
Поворачиваем вязание, делаем накид, первую петлю снимаем и далее все петельки провязываем изнаночными. Маркеры переснимаем. То есть мы должны с вами провязать все петельки изнаночными. Итак, провязали петли рекламной линии и провязываем еще 2 петли. Мы помним, что мы делали прибавку на рекламную линию, поэтому провязываем еще третью петельку и провязываем следующих 2 петли. Раз, два. Вязание переворачиваем. Для того, чтобы не запутаться, можно повесить сюда маркеры. Отметила я петли маркерами, где должны быть поворотные ряды. 2 маркера у нас уже сняты, то есть первых 2 петли и следующих 2 петли. Мы также делаем с вами накид. Первую петельку снимаем не провязанной и далее вяжем поворотный ряд лицевыми петлями, доходим до маркера на рекламную линию, делаем прибавку скрещенной лицевой, переснимаем маркер, провязываем 2 петли на рекламную линию, переснимаем маркер, из протяжки провязываем скрещенную лицевую. Делаем прибавку на рекламную линию и провязываем петельки спинки. Это мы провязываем с вами третий ряд. Итак, провязали мы петельки спинки, дошли до наших маркеров, которые отмечены для рекламных линий. Делаем прибавку перед рекламной линией. Переснимаем маркер, провязываем 2 петли на рекламную линию. Маркер переснимаем, снова из протяжки провязываем скрещенную лицевую на рекламную линию, провязываем первую, вторую, третью лицевую, далее вот этот накид мы провязываем со следующей петлей, четвертая, пятая, маркер снимаем, поворачиваем вязание, делаем накид, снимаем изнаночную первую петлю не провязанной и переходим к вязанию четвертого ряда. Четвертый ряд мы вяжем все петельки изнаночными. Доходим с вами до того места, где мы остановились, делая накид. В изнаночном ряду прибавки на рекламной линии мы не делаем.
Провязываем после маркера петельки. Дошли мы до накида. Теперь нам нужно, чтобы не было вот этой дырочки, красиво смотрелось провязывание двух этих петель. Мы должны две петельки снять, поменять местами накид и петлю и провязать их вместе изнаночной петлей. Эта протяжка останется на изнаночной стороне, на лицевой будет красивая петля лицевая. Далее провяжем изнаночную петлю, маркер снимаем, вязание разворачиваем, снова делаем с вами накид, первую петельку снимаем не провязанной и продолжаем вязание. Вяжем до регланной линии, делаем прибавку перед регланной линией, после регланной, провязываем петли спинки, делаем прибавку перед регланной линией, после регланной линии, вяжем все петельки плечика, провязываем лицевую, накид провязываем с соседней лицевой вместе и вяжем одну лицевую. Далее переворачиваем вязание, делаем накид. И просто изнаночными петельками вяжем до накида. Меняем местами накид и следующую петлю и провязываем их изнаночной. Далее провязываем одну изнаночную, снимаем маркер и снова переворачиваем вязание, делаем накид и вяжем следующий ряд. И так мы будем вязать, пока не провяжем все ряды до последнего маркера. Когда я провяжу весь росток, 10 рядов, мы продолжим с вами вязание. Итак, провязали мы 10 изнаночный ряд. Дошли мы с вами до накида. И теперь мы будем с вами рассчитывать реглан переда. Для того, чтобы нам сделать небольшой реглан спереди, чтобы сделать округлую горловину, нам нужно сделать определенные расчеты. И продолжать мы будем вязать реглан переда также по петлям спинки, захватив петельки переда. Мы знаем, что у нас спереди 2 петли регланные, 2 петли регланные и 42 петли переда. Нам нужно рассчитать определенное количество сантиметров, которые у нас не будут провязываться. То есть, когда мы вяжем изделие, например, снизу вверх, мы закрываем количество петель определенное одним закрытием. Это и будет считаться этим местом, петли которого мы не будем провязывать. Я беру примерно это место 8 сантиметров. 8 сантиметров я умножаю на 2 петли в 1 сантиметре и получаю 16 петель. Значит, вот этих 16 петелек я не буду провязывать. Мы с вами находимся сейчас вот на этом месте с изнаночной стороны. Мы сейчас провяжем с вами по изнанке 2 петли для регланной линии. И нам нужно захватить определенное количество петелек. Для того, чтобы рассчитать, сколько у нас вот здесь петелек с одной стороны и сколько вот здесь петелек, мы от 42 петель, которые у нас идут наперед, отнимаешь 16 петель, которые мы не будем провязывать. Получаем 26 петель. И 26 петель делим на две части, получается по 13 петель. Значит, 13 петелек у нас вот здесь и 13 петелек вот здесь. Для того, чтобы нам распределить петли для провязывания ростка переда, нам нужно разделить 13 петель на 3 части. То есть первая часть будет тройками, вторая часть двойками и третья единицами. Для этого мы 13 делим на 3 и получаем приблизительно по 4. По 4 петли в каждой секции. Четверку мы делим на тройку, получаем 1 тройку. Значит, здесь мы оставляем 3 петли. Четверку делим на единицы, получаем 4 раза по 1. Значит, у нас здесь 1 петля, 2, 3 и 4.
И получается 13 петель минус 7, минус 3 и минус 4, получаем 6. И этих оставшихся 6 петель мы делим на двойки. Поэтому для того, чтобы провязать поворотные ряды для реглана спереди, нам нужно сейчас провязать с изнаночной стороны 2 петельки для регланной линии, захватить одну петлю, сделать поворот. И так же, как мы вязали по спинке, мы вяжем лицевыми петлями, делая прибавки на реглан, но уже мы будем делать реглан и перед, и после вот этой регланной линии, затем и перед, и после второй регланной линии, и перед, и после третьей регланной линии. Довяжем до этого места, снова провяжем прибавку, провяжем 2 петли регланной линии, сделаем прибавку и провяжем вот эту одну петлю. Снова развернемся, провяжем изнаночный ряд без прибавок уже до второй единицы. То есть провяжем эту единичку и следующую. И будем делать такие же накиды, как мы делали и по спинке. Рассмотрим это на примере. У нас остался в 10 ряду изнаночном накид. Мы его должны провязать с двумя петельками регланной линии. Значит, я сюда повешу маркер, накид и соседнюю петлю я поменяю местами, как мы и делали на изнанке. Провяжу изнаночной петлей. Первая петля регланной линии, вторая петля регланной линии. Сюда мы весим еще один маркер. Отделим тем самым регланную линию от основного полотна, от переда. И провяжем одну петлю, которая у нас идет уже петлей переда. Разворачиваем вязание и переходим к вязанию 11 ряда. Нам нужно спереди сделать развороты через 4 петли, поэтому мы сразу же сюда должны повесить маркеры. Первый разворот мы сделали, второй разворот через одну петлю, третий разворот еще через одну петлю и четвертый разворот еще через одну петлю. Следующие мы отделяем 3 двойки, 4 единицы. Следующие 3 двойки. Делаем третью двойку и 1 тройка. И точно так же мы делаем с другой стороны. И затем мы провязываем точно так же, как и в прошлый раз. Делаем накид, снимаем лицевую. Из протяжки провязываем дополнительную петлю. Перед регланной линией. Переснимаем маркер, провязываем 2 петли реглана. Переснимаем маркер, делаем из протяжки прибавку скрещенной лицевой. И далее провязываем петли, петельки плеча, делаем прибавки перед и после регланной линии, провязываем петли спинки, делаем прибавки перед и после регланной линии, провязываем петли плеча, оставляем непровязанным накид, вешаем сюда маркер, провязываем накид и петлю вместе лицевой, еще одну лицевую и сюда прикрепляем маркер. Но перед тем, как провязать вот этих 2 петельки вместе, нам нужно сделать одну прибавку перед регланной линией и после регланной линии. И затем, захватив одну петлю, развернуть вязание и вязать изнаночными петлями. Я сейчас довяжу вот до этого места, где у нас накид, и мы продолжим с вами вязание. Итак, довязали 11 ряд, получается до накида. Поднимаем вот эту протяжку между петлей и накидом и из нее провязываем
дополнительную петельку. Сюда прикрепляем с вами маркер. Эту петельку с накидом провязываем лицевой. Это будет первая петля регланной линии. И провязываем вторую петельку для регланной линии. Снова цепляем маркер. Из протяжки вывязываем скрещенную лицевую. Мы помним, что мы прибавки делаем до и после регланной линии по лицевой стороне. И теперь провязываем одну лицевую. Вязание переворачиваем, делаем накид и вяжем петли спинки. Затем доходим до еще одной петли. И так мы будем вязать поворотными рядами, пока не провяжем 4 раза по одной петле, сделав переворот. Далее 3 по 2 петли и 1 раз через 3 петли. И всего у нас вот здесь должно остаться 16 петель, не провязанных. И затем продолжим с вами вязание. Провязала я 25 рядов. 25 ряд я остановилась вот на этом месте. То есть провязала последние 3 петельки. Теперь нам нужно довязать этот ряд до конца. Не до маркера, а до первой регланной линии. Это будет наше начало ряда. Мы довязываем вот этот ряд и переходим к вязанию 26 ряда. Получается, что 26 ряд мы будем провязывать от этой регланной линии по кругу до этого же места. Прибавки по регланным линиям в 26 ряду мы делать не будем. И затем будем чередовать прибавки. 26 ряд, то есть мы провязываем без прибавок, 27 с прибавками по регланным линиям. 28 без прибавок, 29 снова прибавки. Когда мы провязали этот 25 ряд, у нас получилось, в серединке осталось 16 петель, мы их провязываем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И 16 нам нужно провязать вместе с вот этой петлей. Мы ее перевернем и провяжем эту петельку с накидом и снимаем. И провязываем все остальные петли. Довязали до регланной линии. Сюда мы можем перевесить вот этот наш маркер, который будет обозначать начало ряда теперь вот с этого места. И теперь мы провязываем 26 ряд без изменений. В 27 ряду мы будем начинать провязывать 2 лицевые, делаем прибавку, довязываем ряд до конца и в конце делаем прибавку, чтобы прибавки у нас шли наперед. Вот так выглядит на данный момент росток. И для того, чтобы вам было легче ориентироваться, на 25 ряду у меня по переду и по спинке по 58 петель, по рукавчикам по 31 петле. Сейчас мы должны вязать с вами реглан. Реглан мы будем делать прибавление в каждом втором ряду. То есть мы с вами делаем прибавки в нечетных рядах и вяжем до подмышек. Как же нам рассчитать, сколько сантиметров? У всех регланные линии могут различаться. У кого-то 18, у кого-то 16, у кого-то 20, у кого-то 22 сантиметра. Как рассчитываю я? Я измеряю обхват груди. У меня это где-то 92 сантиметра. Делю эту цифру на 2 и умножаю на количество петель, то есть на 2 петли. И вот это количество петель у меня должно быть по переду. Измеряю обхват руки в самой широкой части. У меня это 27 сантиметров. 27 я умножаю на 2 петли и получаю 54. Вот примерно я должна вязать линию реглана до тех пор, пока у меня спереди не будет 92 петли, а по рукавам 54. В принципе, если вы делали вот такие расчеты, вы должны выйти на свои цифры. Вот, например, у нас сейчас 58 петель здесь и 31 здесь. Если мы отнимем 54 минус 31,
Получается, что нам нужно сделать еще 23 прибавки. В рукаве мы делаем по 2 прибавки. Допустим, нам нужно сделать 24 прибавки. Разделить на 2, получаем 12. То есть нам нужно провязать 24 ряда. Прибавки мы будем делать в каждом втором ряду, поэтому мы умножаем на 2. 12 на 2 получается 24. Вот я себе запишу, примерно 24 ряда я должна провязать. У нас будет провязано 26 рядов сейчас с изнаночным. И получается еще плюс 24, 50 рядов. Вот сейчас я провяжу 50 рядов и посмотрим, что у нас получится по петлям, по спинке и по переду. Итак, как я и говорила, у меня получилось провязать 50 рядов. Прибавки мы делали в каждом втором ряду. И вот такая линия реглана спереди у нас получилась. Она составляет от горла 16 сантиметров, это спереди. И по спинке получилось 19 сантиметров, даже можно сказать 20. Вы можете сделать примерку и посмотреть, нужно ли вам еще довязать несколько рядов. Мне этого достаточно. Напомню, что обхват груди у меня 92 сантиметра. Мы делили эту цифру на 2 и умножали на 2 петли в 1 сантиметре. Получалось, что на перед 92 петли и на спинку должно быть 92 петли. У меня сейчас на данный момент на спицах спереди 82 петли. На спинке 82 петли, на рукавчиках у меня по 55 петель. Рукава мы измеряли ровно по руке, получалось у нас 27 сантиметров, умножаем на 2 петли в 1 сантиметре, равно 54 петли. Мы как раз, провязав 50 рядов, вышли на эту цифру. Не забываем также, что у нас линия реглана из 2 петель будет идти на рукава, то есть у нас на данный момент 55 петель на рукавчике плюс 2 петли с регланных линий, получается 57 петель. Эта цифра не окончательная. Мы еще будем делать подрезы. Петли подреза также у нас пойдут на рукавчик и увеличат таким образом и перед, и спинку. И это нужно учитывать. Если вы не хотите получить сильно широкий рукав, для этого вы берете цифру именно по руке и добавляете 4 сантиметра подреза. Таким образом, этих 4 сантиметра у вас будет идти на свободу облегания. Если мы 4 сантиметра умножим на 2, на 2 петли получаем 8. 8 петель у нас еще добавится к рукавчику после того, как мы вывяжем с вами подрезы. И плюс 8 петель добавится к переду и 8 петель к спинке. То есть на данный момент у меня 82 петли плюс 2 петли с линии реглана. Получаем 84 петли. И плюс вот этих 8 петель нам дадут 92 петли. Мы как раз выходим на эту цифру. Так как мы не будем делать убавки в линии талии, нам будет достаточно этой цифры, так как по груди будет идти облегание, а по талии в свободном состоянии будет находиться кофточка. Таким образом, на данном этапе, провязав 50 рядов, мы будем с вами переходить на вывязывание подрезов. Подрезы мы будем делать не сшивные,